В Люберцах состоялся первый этап 27-й конференции местного отделения «Единой России». В нем приняли участие секретарь местного отделения партии, глава Люберец Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы Игорь Кахан и Лидия Антонова, а также представители первичных парторганизаций, члены политсовета и контрольной комиссии. Подробности далее. Зарегистрировано 129 делегатов конференции. Кворум для принятия решения у нас имеется, поэтому есть предложение открыть 27-ю конференцию местного отделения партии «Единая Россия». Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Основной вопрос повестки дня – выдвижение кандидатов, которые в сентябре представят партию на выборах нового созыва Люберецкого совета депутатов. В списке кандидатов – фамилии победителей предварительного голосования «Единой России». Праймерис проходил с 23 по 29 мая. Партия в свое время приняла решение, это уже не первый год, что вот таких кандидатов мы будем отбирать путем предварительного голосования. И за эти годы предварительное голосование, вот такая структура до выборного предварительного голосования абсолютно себя оправдала. В предварительном голосовании приняли участие 103 человека. 32 из них, согласно выбору люберчан, сформировали список претендентов для участия в сентябрьской кампании. 16 кандидатов – действующие депутаты городского округа Люберцы, а остальные 16 – новые выдвиженцы. Кого-то больше, кого-то меньше знаю, но вот встречаясь по работе в микрорайонах нашего города, я обратила внимание, что достаточно прилично некоторые пользуются уже узнаваемостью. Конечно, обновление всегда должно быть, но оно должно быть еще раз на голову выше того, что есть сегодня. Путем тайного голосования члены партии определили итоговый список кандидатов. Утвержденные фамилии будут представлены для ознакомления на партийных информационных ресурсах местного отделения «Единой России». Предвыборную программу партии утвердят на втором этапе конференции, который состоится в августе. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.